Ребята, 23 августа в 11 часов из своего дома в городе Херсон была украдена воспитательница детского садика Лена Наумова. По словам ее сына, российские военные пришли к ним домой с оружием и увели ее в неизвестном направлении. Больше о ней никто и ничего не слышал по сегодняшний день. Убедительная просьба максимально распространить эту информацию, чтобы вернуть нашу Лену домой. Также Лена активно вела блог в ТикТоке про жизнь в Херсоне, где она рассказывала обо всем, о жизни в оккупации, о том, что делают российские военные, о каких-то новостях, которые происходят в Херсоне, шутила, пела, танцевала. Я лично переписывалась как-то ранее с Леной, для меня это душа Херсона, и мы все понимаем, что Лену украли просто, чтобы закрыть ей рот. Пожалуйста, трубите во все колокола, если знаете, куда обращаться по таким вопросам, обращайтесь, скидывайте информацию, куда обращаться. Не дайте обидеть этим тварям нашу Лену, пожалуйста.